Давайте шум бегемол! Кстати, я не сказал то, что этот контест буду также судить я, B-Boy Nice. Я хочу, если честно, сам лично поблагодарить B-Girl за то, что вы пришли сюда, за то, что вы потанцевали вместе с нами, прокачали топ-роком. Поэтому сегодня так, я надеюсь, вы отнесетесь к моему судейству очень правильно, грамотно. Я буду стараться. Спасибо, ребят, я возьму на себя эту ответственность. Мы продолжаем, давайте. DJ Rabbit! Микрофон я отдаю MC Кальмару. Я в топ-роке ничего не шарю, поэтому микрофон у меня. Два раунда от каждой участницы. И тоже начнет. Тише, Мэтт. Давай, хотя нормально. Мэтт, нет, уходи. Все, противник. Так, кто начнет? Эйли Доу. Я помню, погоняла, бро. Бегал Эйли Доу. Эйли Доу. Все внимание на танцпол. Вот такой большой грув, большой кач. Это еще не все? Все. Ответ Никита. Никита. Тики-тики-та. Второй раунд. По два раунда. Второй раунд. Эдди, гоу. Неожиданно, но я говорил. Side of hip hop. Оу, это что-то крутое. Ответ Никита. Давай, Ника. Style, экспрессия. Больше шума, давай держим девочек побольше. Если честно, девчонки, я бы так не смог, как вы, честно, поэтому с микрофоном. Но судьи это все будут решать. А кто судит? Он не Ю? Окей. На счет три мы узнаем, кто победил. Раз, два, три. Побеждает. Спасибо, что с микрофоном. Очень круто.